Ясновидящая Галина Янко рассказала Дни Ро о совпадениях в судьбах исполнительниц. По ее словам, у Юлии Началовой много недоброжелателей. Она как солнце. Яркая, живая, смешная. Мамина и папина девочка. По судьбе, долгожитель, но у нее было слишком много врагов, причем с самого детства. А еще Юля очень доверчивая. Вокруг нее было много завистников, кстати, как и в свое время у другой чистой и светлой красавицы российской эстрады, Жанны Фриске, описала ситуацию Юлии Началовой ясновидящая Галина Янко. По ее словам, певица очень страдала из-за развода с мужем. Причем множество врагов она нажила именно из-за супруга, у которого были связи на стороне. Его любовницы завидовали Юле, желали ей зла, ходили к магам. Все это накопилось, уверена медиум. Юлия Началова, человек очень верующий, за ее спиной стоит сильный ангел-хранитель. Не хочу говорить страшные вещи, но сейчас действительно решается ее судьба. Карты очень плохие. Я не знаю, что сказать. Такой чистый человек, как она просто должен жить. Сейчас на ее долю выпали очень тяжелые испытания, с грустью добавила гадалка. Отметим, в настоящее время жизнь Юлии Началовой действительно висит на волоске. Как писали Дни Ру, врачи пытаются спасти Юлию Началову, несмотря на обилие вскрывающихся неполадок в ее организме. Состояние артистки вызывает серьезные опасения, потому что начинают отказывать один за другим органы. Напомним, Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Тогда артистка жаловалась на боли в конечности. Прибывшие медики поставили певице предварительный диагноз рожа – заражение крови.